Привет, меня зовут Вадим Березин. В барабанной школе Александра Климовича я уже несколько лет. Почему барабаны? Ну, во-первых, потому что слуха нету никакого, а чувство ритма какое-то есть. Это во-первых. Во-вторых, ну, действительно, была такая мечта детства. Вот сейчас ее только удалось, собственно, осуществить. Ну, в силу ряда причин. Вот. Но, наверное, это было какое-то, и, может быть, боязнь решиться, и какое-то отсутствие условий для занятия. Все-таки это достаточно громоздкий инструмент и громкий инструмент. Ну вот. Ну вот сейчас уже несколько лет занимаюсь с огромным удовольствием. Но здесь это исключительно случай. То есть это моя супруга, которая, собственно говоря, нашла эту школу Александра Климовича и записала меня на какой-то, по-моему, пробный урок. Вот. Ну а дальше, собственно говоря, мне понравилось, я остался. Это очень такой банальный путь. Но я могу сказать, что я, в общем, не жалею ни, наверное, ни об одном часе, ни об одной минуте, которую я провел именно занимаясь вот, игрой на барабанах. Если человек думает об этом и не может решиться, я ему искренне рекомендую, потому что огромное удовольствие доставляет даже не только и не столько вот результат того, что вы делаете, сколько сам процесс. То есть вот сам процесс обучения, он очень такой позитивный.